Привет, друзья, подписчики мои, расскажу вам одну притчу. Давно-давно была вот такая вот гонка за Чозет Валькири, за Чозет Сприганом и Чозет Ахиллесом. Но их время ушло, но Блейды остались. Сейчас мечты DC это Эйса Драгона, Слэша Валькири и Бушина Ашура. И именно сегодня мы поиграем бой один на один, но каждый сыграет, я думаю, со всеми, посмотрим, как пойдет. Итак, первый бой. Валькирия с... Ой, не то засовывает. Все. Первый бой. Валькирия, которая Слэш против Чозет Спригана. А вот так нежданно. Так. Что-то не засовывается. 3, 2, 1. Бейблейд! Бёрст! Вау! Мощь! В одном лишь запуске мега-мощь Чозет Спригана наносит атаки на Валькирию и проигрывает. Обалдеть! Одно очко в команде новичков. Следующий соперник у него... А давайте еще один бой проведем. Я особо сейчас не буду судить, читать. В комментариях, кому нужно, напишите, кто сколько выиграл. Просто посмотрим. Вам же интересно битву? А вот сейчас подслил. Ну ладно, следующий бой. Слэш Валькири против Чозет Ахиллеса. Бейблейд. Бёрст. Вот. И потом в комментариях вы напишите, кто вам все... Ого, Валькирия нападает. Резвый старт, быстрый финиш. Следующий раунд. А поехали. Ой. Я еле-еле запустил. Я случайно. А проигрывает теперь Валькирия. Да как так-то? По одному очку? Да вы что? Давайте еще один бой. Чозет Валькирия. Тари, 2, 1. Бейблейд. Бёрст. Оу! Взрывной финиш. Первый, по-моему, была, конечно же, мне показалось, Чозет взорвалась первой. Ну что ж, а мы сыграем еще раунд. Текс. Следующий бой. Опасные соперницы. Опасно. Так, ну что, здесь по 1-1-1. Бам, 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 взрывной финиш. Да, Чозет Валькирия повержена. Круто. Давайте уже узнаем, кто же все-таки сильнее. Ахиллес Спригана или Слэш Валькири. И это я, кстати, играю, друзья. У Спригана есть возможность менять. Я играю на стандартных настройках. У Ахиллеса средний драйвер. У Спригана рама и правая сторона. То есть я пока не хочу менять им что-то как-то где-то. Понятное дело, что можно выиграть. Но я хочу посмотреть на стандартных базовых настройках, как это работает дело. Ну давайте уже. Все-таки Слэш. Слэш оказалось сегодня помощнее. И последний раунд Слэш на сегодня. Это Слэш против Спригана. Вау! Да, взрывный финиш. И Сприган одолел сегодня Валькирию. Ну что ж, Валькирия идет отдыхать. А у нас следующие битвы. Эйса Драгона против Чозет Валькирии. 3-2-1. Бейблейд. Ах ты! Такой был мощный запуск, друзья, вы не поверите. Запуск был один из мощнейших, но, увы, не сошлось. 3-2-1, Бейблейд. Бёрст. Мне нужен стадион побольше, я думаю, друзья, да? Вау, ускоряется дракон. Чё это он так решил повести себя необычно, неординарно? Итак. Проигрывает 1-0. Чозет Валькирия. Следующий раунд. Нападает Эйса Драгона и выигрывает вторую победу у Чозет Валькирии. Ладно. Следующий раунд. 3-2-1. Бейблейд Гоу Шут Бёрст Эволюшн Зет Гачи. Все в этом духе. Хе-хе-хе. Сейчас проиграл дракон. Или ничья была. Ну, в общем, сами в комментариях решайте. Дальше играем.
против Спригана. Чё, Зет играет? Но почему ты отваливаешься? Эйса Драга против Спригана. Чё, Зет? Вау! Какой мощный запуск был, что аж штатив мой подвинули они. Так. И проигрывает Спригана Чоу Зет. Следующий раунд. Последний. Для боя. Вот так вот. Мощня. Мощня, конечно, была. Опять у меня тут все творится. Жесть за кадром. А вот так. Следующие соперники. Друзья, ну вот на данный момент я понимаю, что в принципе они примерно равны. Следующий раунд. То есть нет какого-то постоянного фаворита, да, как типа Геркулеса или Феникса, или Фарнеуса. Они примерно все равны. То есть у них примерно одинаковый шанс на победу с каждым из соперников. Раз, два, три! И проигрывает Ахиллес. Первый остановился он. Следующий раунд. Бейблейд. Берст. Ну а вот оказался дракон помощнее, чем Ахиллес. Ну что ж, и финальный бой у нас. Чо Зет Валькирия, Чо Зет Ахиллес, Чо Зет Спрайзен против Бушина Ашура. Посмотрим. 3, 2, 1, Бейблейд. Но вот здесь мне кажется, что Бушин Ашура все-таки послабее кажется. Но посмотрим. Тан-т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 ан. Я так буду будочку добавлять от себя уже лично. Да, ну вот я говорю, Эйс Дракон и Слэш Валькири примерно равны с Чо Зет. И проигрывает, кстати, Бушин Ашура Ахиллесу. О, выигрывает у Ахиллеса, я в шоке. Следующий. Ну ты посмотри, а. Ничего страшного. Так даже интереснее. Взрывное финишит! Обалденно сегодня показал себя Ахиллес. Красава, бро, красава, просто молодец. Следующий раунд. Чо Зет Валькирия против Бушин Ашура. Вперед. Воу. Сейчас поймаю. Да, она пыталась убежаться, проехала вокруг моей студии и вернулась к бате. Батя это я, кто не знает. Батя Блейдеров. Поехали. Следующий раунд. Воу. Ускоре. Вот так вот. Да. Добил Волтроек. Волтроек, красава! Добил Ашуру. Молоток. Молоток вообще красавчик. Следующий раунд. Бейблейд. Дерст. Ой, когда я слабенько запустил Валькирию. Непонятно. Но понятно то, что они равны. Вот как я и говорил. Плюс-минус что-то где-то как-то и... Все-таки равны. Ладно, бокс Валькирии, давайте три раунда сыграем еще против Спригана и будем заканчивать ролик. А вы, пожалуйста, прямо сейчас подпишитесь на канал. Бейблейд. Бейблейд. А у нас победила Бушин Ашура. Следующий раунд. Взрывной финиш для Бушин Ашура. Ну, я вот говорю, что примерно в целом они где-то в чем-то равны. Что новый вот этот Чо Зет, что вот эти гачи. Друзья, я настоятельно вам рекомендую подписаться на канал Бейзон, поставить лук с данному видео, написать классные комментарии под роликом. Мне всегда приятно их почитать. Вы самые клевые. И Бушин Ашура победил. И последний раунд на сегодня. Три. Считай вместе со мной, друзья. Три, два, один. Бейблейд. Берст. А вот.
поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик. Все. Всем удачи, всех люблю. Спасибо огромное, что пришли. Все, до свидания, друзья. Скоро будут новые ролики. Прям совсем скоро, уже сегодня. Все, уже прям сегодня будут ролики, обещаю вам. Прям обещаю. Вот так вот. Ну, битву мы, конечно, досмотрим. Все, всех люблю, всем пока-пока, до свидания.